The Swiss Guard, killed by the automats that replaced them. Thank you.
The riverbank is just beyond this wood. Привет, Александр. Чё-то как-то я распробовал Steel Rising, он мне даже нравится начал. В принципе, я что-то тогда погорячился с рефандом. Куплю когда-нибудь на скидках всё-таки. Хорошая игра оказалась, знаешь. Хейтер сразу. Даже... Они неоправданно хейтят игры. Ну, до меня не сразу доходит просто, понимаешь? Извини, сделала маленькая студия. Причем Bloodborne, Вадим, мы сделали, вот это... Bloodborne про роботов сделали, Вадим такой... Не нравится. Стрелять можно. Вот что тебе, стрелять мне на них не нравится. А, кстати, хочешь пару, сейчас тебе скрин скину. Не знаю, можешь ты посмотреть. Из-за того, что, короче, у тебя не было брони за предзаказ. Пяется в конце первой локации. Ну, в смысле, а этот сторожевой с копьем какой-то, это не босс? Это не босс, это мини-босс. А, ну он меня, я его со второго раза убил. Или с третьего, да, с третьего раза убил. Ну, я его со второго раза убил. Понимаешь, в отличие от всяких Dark Souls, ты можешь просто убежать от него, он тебя даже не держит. А, тебя не... А, ну да, кстати, тебя не закрывает в этом. На арене. Можешь спокойно убежать от него. И души не просрать, так сказать. Погринить еще чуть-чуть. Я выбрал длинную палку. Кстати, потестил это устройство для кальяна или нет еще? Я только иду домой. Мне вот сегодня пришла, папа только забрал ее. А, это
Папа фотографировал? Да. Тебе? Да, я его попросил сделать фотографию. Чтобы его скинул Вадиму. Хорошо, спасибо. Чтобы он не переживал. А то вдруг не придет. Да. Я вот переживаю, что мне деньги не рефанд не приходит. Вот что я переживаю. Ну они на удержании, ну... Если не сегодня, то завтра придут. Блять, как бы, блять, там банк сказал, пошел ты нахуй, у тебя лимит по баблу, блять. А, оно рефандится не на Steam, а в банк, да? Да. Вот я вот что боюсь, блять, там же лимит по деньгам, блять. А, то есть у тебя лимит... А у меня уже я потратил 800 лир, у меня там осталось 400 с кем. Они могут спокойно списать там это лишнее, блять. Они не могут просто в воздухе повисеть до... Нет, пошел нахуй. Плохо это. Да, я бы тоже переживал. Там, ну, есть вернется. Но это ж глупо. А лимит почему? А можно его расширить как? А у тебя есть турецкий номер мобильный? Ага. Есть сим-карта турецкая, да? А Турция, на которой можно, да. На которой можно смс-ку получить. Из банка. А нельзя просто так купить турецкую симку в России? А, да? Ну ты дохуя умный, смотрю. Ну хорошо, а насколько далеко Турция от Самары? А, да. Может, скатаешься? А ты смешной. А ты смешной. На Чиле так, в Турцию кататься. А, такой на похуй, да? А ты знаешь, что без паспорта турецкого тебе хуй продадут, блин? А, сим-карт. Тебе еще турецкий паспорт, ну, да уж. Прикинь, да. Ты так думаешь, все так просто? This boat will take me to Paris. Еду в Париж. Не, ну, то, не, я могу, конечно, какому-то там дебилу задонатить там 2000 рублей за сим-карту. Но, извини, оно того не стоит. Считаю. А, ну это да. Я вот босс нестабильный электрический таран. Это и есть босс? Да. Это вот первый босс в игре. А-а-а. Но он, в принципе, медленный. Он не сложный. Он с первого трая может спокойно его пройти. Да, только я без хилок. Пришел. Я его без хилок убивал. Вадим, берешь, спамишь пулями, замораживаешь. Вот, вот постучал, еще заспамил пулями. И опять постучал. Ты же достал там пистолет, который стреляет ледяными пулями? Да. Ну вот. Дерзай. Я масленку. Три пули, и он замерзнет, как говорится, знаешь? Так быстро? Да. Ладно. Тебе дают там балансную пушку в самом начале игры. Окей. Для всяких здоровых ушлепков. Но пули-то не бесконечные. А можно было погриндить, походить. Эти, ну в принципе, да. Ух ты, влетел, рада.
У нее паттерны ни о чем вообще. Парень тупейший на самом деле, мега тупой паттерн. А я себе заказал носки, Дим. С надписью «Душнила». Зачем? Вот, когда будет Вадим мне что-то говорить, я буду носок показывать. Я душнила, да? Ай. Да, там много интересных таких надписями. И стоит, короче, по 100 рублей носки такие. На зоне, да? Да. Называется бренд Nice, no nice. Я вот заказал 4 пары носков. А как ты нашел эти носки? Такой опускал. А мне запостили в этом в кальянном чатике. Носки эти. Я такой, вау, выглядит классно. Там котиком такие. Вот, допустим, все это вот суета, там с перечеркнутой хуета, типа. Или парировал. Извини, за 100 рублей, как бы, носки универсальные, там, 41 по 45 размер, я думаю, это по 100 рублей это дешево. Единственное, что они только белые, вот это меня напрягает больше всего, белые носки. Пейч. Вадим, не понимаешь, что такое белые носки, да, Вадим? С сандалиями. Да я же пошутил, господи. Как у вас с погодой, Вадим? Как погода у вас там? Холодно. Холодно? Ты мерзнешь? Нет, я не мерзну. Мне сегодня уже вроде полегче. Я уже это сегодня вроде вышла вся жидкость, так сказать, из меня, это говно. И я еще жидкость себе подливаю в организм всякий раз с медом. Чай с медом пью, вообще охуенно сейчас полегчал к вечеру. Реально, да. Александр, три пули, он замораживается как говно. Ну и сильную атаку просто на него спамишь и все. Надеюсь, на геймпаде играешь, Вадим? Ну, конечно, господи. Ну, слава богу, хоть догадался. А то бы стелс-механики бы не прощупал. А что, они и так не замечают меня. Тебе нравится, как она прыгает? Да. На робота так тюк ногами, так и тук. Тукает. Да, ходит прикольно. Только перегревает, постоянно как бегает. Как Вадим, да. Правильно ее рассчитали, что она будет танцовщица, а ее сделали, блин, боевой машинкой. А чё ачивку за босса не дали? Или мне ачивки не упадают? А их нету за босса этого. А? Это тебе не Dark Souls. Ты заболел, да, что ли? В нос разговариваешь. А ты чё, до сих пор не понял, что я в нос разговариваю, я болею, блядь? Ну, вот понял, что болеешь, да. Я второй день уже болею. Я ещё вчера ещё болел. Сегодня прям заметно. Сегодня я уже не так сильно болею, как вчера. Странно. Я же вчера с тобой разговаривал, не заметил. Представляешь, Вадим? Вот, да, вот. Я быстро лечусь, как бы, понимаешь? Если я чувствую, что я заболел, я стараюсь быстренько... Хоть это и простуда, блядь, но рот я уебать простуду. У меня сейчас хотя бы горло не першит, уже хорошо.
Пыт, сопли. Сегодня хоть и першит уже в горло. Зато, блин, приходишь на работу, а там все такие шмык-шмык. Хе-хе. А ты такой не шмык и не хе, да? А я сегодня ходил, все это говно, так сказать, себя выдавливал это максимально. Дом инвалидов. Оно... Инвалидов дом. Еще богатый. Богатый живут инвалид. Такое слово стрёмный инвалид, вот серьезно, никогда не нравилось. Если бы ты знал, что он как он на английском пишется. Как? Это просто. Ну, инвалид означает, типа, блядь, не вы, это что-то неправильное. Некорректное, да. Ущемление, да. У. Да. Какая тема. Блокировано. Че это было? Ты были типа. А. Не, пистолет и правда имбовый. Мощная мощь, урондерная сила. Инженерное дело. А что повышает? А, урон над стихией. А вот сопротивление. Я могу еще один уровень улучшить. Be able to locate Monsieur de Vauconson's workshop from an elevated position.
Вадим? Ты там умер? Нет, я жив был все это время. Ты умер, Вадим? Да нет, я жив был, говорю. Ну ладно. Я не знаю, ты пропал, чего? Ты пробовал уже добрый кола? Добрый Никола? Или добрый кола? Да, добрый кола. Нет, это что-то про... Ну, типа кола новая? Типа да. Нет, еще, а ты пробовал? Да. Как тебе? Ну, та же самая кока-кола, просто другой упаковка. Ну, не знаю, мне ты раньше кола особо... Может быть, чуть-чуть разбодяжный, там процент на 10 может быть разбодяжный. Ну, не такая насыщенная. Сахар. Хочешь сказать, да? Да. Не знаю, я до этого колу особо не пил. Скажи, я энергетики люблю, гы-гы. Да, Monster Energy. Кстати, я много разных энергетиков попробовал, пока там гулял с тянками. Не знаю, мне Monster Energy больше всех нравится. Только там у меня другие вкусы, я вот розовый не пробовал. Какой-то пурпурный не пробовал. Это ты скидывал, помнишь? Пурпурный. Но ты его не найдешь, он импортный. Пурпурный? Да, он импортный. А ты его отдельно заказывал? Не найдешь. Нет, я пришел в магазин, там импортные напитки продают. А, ну ладно. Там есть он импортный Monster Energy. Но он и стоит дороже, да? Ну, стоит 150 рублей, извини, за банк. Не знаю, мне из всех энергетик нравится только Red Bull и этот Monster Energy. Если вот так наглядно. Не знаю, Red Bull я не пробовал никогда. Ну, он сам по себе хороший такой. Если только классический. Без всяких там. Собачек. Собачек. Здесь. Нет. Они вот меня покусали. Забулили тебя. Я так понял, веера парирует? Чего? Веера. Ну, как сказать, парирует. Особый прием, контратака. Они не особо сильно парируют. Надо будет попробовать спарировать.
И ради чего это было? Ради того, чтобы получить пиздюлей. Похоже на то. Блокировано. А вот. Ай, собаки. Столько разных гранат. Парализующая фляга с водой. Там есть разные гранаты, да. Как в Dark Souls, типа, есть электрические гранаты, есть огненные гранаты. Ну-ка, есть морозные гранаты. А что не так, Вадим? Что не так? А? Давай, Дим. Ненормально, я доволен. Больше зато выёживался. Я вообще игрой доволен, в принципе. Зато хейтил, как вначале. Такой, Хейт. Чувствую хейт, да. Не распробовал продукты, хейтишь. Вот именно. Ай. Ох, Вадим хейтер. Вообще своего внутреннего хейтера. Консервы. Ох, мощная мощь. Правда, иногда непонятно, где у них голова, где жопа, но чтобы постарался подойти. Иногда. Как? Когда у тебя загорается краска, где он идет куда? Значит, тоже жопа. Там все элементарно, тупо. Mm-hmm.
куда ты пошел? Это понимаю, для алхимических пуль нету резерва. Ой, это лимита. Это хорошо. На патрон. Ну вот собаки в этот раз согрелись, пиздец. Чё? Пугался сам. Да они, в принципе, разваливаются спокойно. Размен случился. Тихо. Да блин. Не, все-таки. Блин, конечно. Вера как-то получше справляется. Но если у тебя ловкость качается, от ловкости скалируется. А ты знаешь, что Вером бить врагов? Прикинь, да. Алебарда тоже, в принципе, неплохая. В смысле, несколько выстрелов. Вообще-то она одним стреляет. Да? Ну ладно. Там один чувак в стену смотрит, его можно. Ну, блин. Drink.
Walter, его play. Here is something to quench your thirst. Praise be to God. Bless you, whoever you are. Take this for your trouble. Александр, я дал воду? Кто-то воду просил, да, я дал воду, мне дали 5 гранат пролезающих. Окей. Закрыто. Дим. Чего? Я пью сок облепиховый. Чего? А я пью, взял, сок с припихой, апельсиновым имбирем. Нормально. В смысле, как ты меня заметил? Не, алебарда очень крутая через усиленные атаки, конечно. А ты еще двойные мечи еще не тестил. Я не усилил на атаку. Я веера только находил. О. Ты знаешь, что на весталке можно... можно купить еще оружие? Да. В магазине? Да. За души? Да. Какой-то чувак с шарами. Спиннерами. Простой. Оказывается, можно комбо продолжить после усиленного выстрела. Угу. Уже не такое говно. Собака и... уже проблема. А, они друг друга дамажат. Ну, прикольно, да. Я помню. Никит говорил, что они друг друга убивают. Больно. Больно. Ах.
Ну блин, чувак, что ты такой? Ладно. Хорошо. Я чувствую жизнь теперь. Попил сок, чувствую жизнь, Вадим. Понимаешь? А я тут целую армию на себя натравил. Случайно, такой, воу, целая армия. Полегче, да? Типа, я вообще за душами бежал, а там за мной целая армия бежала. Так, кстати, есть как Dark Souls 2 склянки, которые восстанавливают медленность здоровья. Да. Ход пота есть, да, Вадим. Вот твои хилки. И есть компас, ты теперь можешь куда идти, типа, вау. Ну да. А, тут собаки. И этот хер. Забудь про меня. Не надо. Нормально. Это проблемой может быть. Хотя, если они друг друга подщикают. Thank you.
someone hid upstairs. I just need to find a way in from the outside.
over there. A steam pump. I will have to go around to get to it.
Фуф. Не, все-таки я буду мочить ледяным оружием. Станете и разбивать. Это слишком имба. Слишком имбово? Слишком. Ну, блин. Знаешь, замораживать, а потом через чарж-атаку. Пиздец, это идеально. Вадим, обеденный хлеб чекай. Ща, погоди. Да, блин. А, блядь. Засадили. Победил. А что лучше, улучшать ячейки или открывать новые? Я так и не понял до конца. Ладно, что там, Александр, ты мне хочешь показать? В чем суть этого мундштука? Три штука. А если улучшить, что будет? Мне просто любопытно. Подожди, а если я поставлю модуль? Ладно. Не понял, а в чем суть?
ладно. Благо для открытия ячейки всего одна нужна. Так. Интересно, это здесь активируется рычаг или нет, чтобы починить механизм. Thank you.
should work. Peace. I was given orders to come here. An automat that talks. Ah, mais je te reconnais. You're Vaucanson's dancer. I saw you perform in Versailles when you were first presented to the Queen. I have been sent by the Queen. Sa Majesté? Is she safe? Yes. She is at the Chateau de Saint-Cloud. It is guarded by machines. Machines? What has become of the guards? There are no longer any human guards. His own troops. He's no better than a rabid dog. There are machines wreaking havoc on the Esplanade. So I saw, yes. And a little too closely for my liking. It's a miracle I escaped alive. Just by les Invalides, I saw one take a volley of gunfire, halt for an instant, then carry on as if nothing happened.
But no machine, however resilient, is indestructible. These automats must have a weakness. Some vital axle or gear that we can target. I don't suppose you would know, you who share their nature. No. Blast. That is unfortunate. I scoured the workshop hoping to shed some light on the matter. But to no avail. I must find Monsieur de Vaucanson. He holds the secret to the tireless automats. Your creator? Well, that makes two of us. And it seems we've both arrived too late. He must have gone scurrying back to his master. I was only able to find this note written in his hand. It's nothing of any use, though. Only one thing's for certain. Wherever he went, he didn't take his horseless carriage. He left the key. If only I had listened to the abbot. But perhaps there's still time. Listen to me. You must find Abbé Grégoire. He knows all about Vaucanson and his machines. Where can I find him? He took it upon himself to carry out a well-intentioned but perilous mission. If he's still alive, he'll be seeking refuge at the Société des Amis des Noirs on Place Saint-Merry, not far from Les Halles. Here, take the key to the carriage. It'll no doubt be of use to you. I must attend to a matter of the utmost importance. If my officers are to be believed, the people in arms are calling for the Marquis de Lafayette as their general. And it is my duty to answer their call.
Thank you.
Осторожней так заходить. Ух, ладно. Его, блять, опять не... Все нормально, просто испугался. Ты неожиданно зашел. Зайти нельзя дальше. Ну ты зашел неожиданно. А, да? Ты без звука, по-моему, зашел, или был звук, я... Да, конечно, беззвучно. Войти, такая кнопка скрытая. Напугать Вадима, просто. Я тут внезапно понял, что это хорошая игра, и я такой, типа, вау, что-то так кинулся. Второй час все. Да, обычная греча, ну да, вареная, да. Ну там, ну мазика там ёбнули, да. Сойдёт. О, Вадим, сидим. Интересная пауза. Так, давай. Цеп юзает. Да я пока что ничего не... Меня щемят. По полной придет. Согрел на себя всю локацию. Да ты как Dark Souls 2 же, да? Нет. Ты согрел на себя все. Да они про меня и забывают, что не хотят. Не дает понять. А, ладно. По крышам. Я понял. Надо, Вадим, надо как-то. Солтис. Там Miracle перевод анонсировали. Все, он так был. На что? На Солтик. Нахуя, если он так ей? Художественного нет. Кстати, не ёбнутый? Реально? Я видел трейлер, но я его не смотрел, но раз Miracle запостили трейлер, ну не просто же так они трейлеры не постят, значит что-то пытаются. А я не знаю, Вадим. А ты проверил, потому что я не проверил. Я не я. А я-то и дупу не проверял, я просто увидел и все, подумал. Ну ведь посмотрим, что там Вадим, так. 17 сентября. Сегодня будет трейлер от Miracle. Они его выпустят. Нет. Да. Нет. Ну да. Давай во второй группе посмотрим. Да в первой. Солтис. Это... Просто они запостили, как бы. Тут ничего даже не написано, блин. Ха-ха. Да я решил за них, что они уже перевод делают. Нормально, да я? Хорош по мне стрелять, я думать не успеваю. Чего? 200 рублей? 200 рублей, если в лирах.
можно даже купить. Да, ну... Пошел ты в жопу, Вадим. Я считаю, игра с потерянным... Пошел в жопу. Ну, ты знаешь где? Чё так грубо, во-первых, а во-вторых... Потому что пошел в жопу, блядь. Своими механиками DMC ему не нравится. А кто их аргумент, просил? Аргумент говна, блядь. А кто их просил эти механики добавлять? Потому что пошел в жопу. Да кому они нужны эти механики? Мне. Мне. Ну да, что ты будешь делать? Ну, тебе нужно, да, да, переключать оружие там на светлое и темное, да, окей, ну круто. Да, да, переживу, Вадим. Мне кнопочку нажимать. Эй, блядь, тут эти шизоиды уже переименовались в Platinum Alliance, блядь. План. Я считаю, чё ж сиквел DMC-то не вышел, раз такая механика удобная и прикольная, и вообще... Ну да, ведь игр с подобными механиками вообще не существует. Блять, ну хром, а хули тебе попиздеть надо? Чё, Грэгант? Ну, типа, ну давай, скажи мне ещё какую-нибудь игру с такой же механикой, как и в DMC. Чтобы разные эти, какой-нибудь... Было такое... Аниме какая-нибудь, да? Там, наверное... Ну, не помню, вообще боёвку в Ане. Пиздец, блядь. Значит, пора сиквел проходить, да? Нет. Сравнение уже эффектов. Но Киряша сказал, что хуйня ваша МВ-2. Я смотрел видос, не переворачивая его слова. Он сказал, что все люди... И денег не стоит, если вам кажется, что не нужно покупать, значит не нужно, там так сказать. Нет, он не так сказал. Он сказал, что игра клёвая, типа... Всем советую. Ничего нового, блядь, кусок говна. Я еще вам сказал... Нихуя не починили до сих пор, сука, ёбаные задержки, блядь, убийство в один фрейм. Спустя, сука, нахуй, сколько уже лет. Да ты не понимаешь, это другое. Ты бета. Ты не идёт, блядь. Технически хуйня, хуйня это. Че за негативное настроение, не понял? И играй давай. Вообще-то прорывная игра была. Я твой Зим, настолько не прорывная игра, блядь, что... Я до сих пор не уверен, что... Типа, если ты суперавторы, что и ДМД не будут говно, тогда еще ладно. Так, конечно, что фактически можно было только время делать. Это что, я реально плясую и Киряша? Что вот эта вот хуйня была, что в бете обычно лучшие карты игры доступны. Если мы имеем в виду такую хуйню, то ай-ай-ай-ай, а что же там будет? Крестикодили нас ждет. Ой, а карта не магистраль, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кто там будет? А еще он сказал так про челика, про мобдизайн, я поорал тут. Да. Куда ты побежал? Я же с тобой дрался, он такой типа побежал. Единственное, что я Киряшчан не понял, что до интерфейса доебался, блять. Ну, он же сказал, это субъективная херня. Да, ну, не знаю, мне нормально как-то. Мне нравится, в принципе, новый интерфейс. Единственное, что мне пока нравится.
дымовые гранаты стали более такие дымовые. Вот этих челиков я чутка не понимаю. По таймингам. Бля, у меня вчера под 100 хилок было обычных. Ты просто как Марайт уже жрал просто. Игры уже просто на похуй. Куча оружия вкачал там. Когтями с веерами играл. Веры, конечно, странные немного. Много не особо у них много. То стагер быстрее набивает. Как же мне нравится мувмент в этой игре, ты не представляешь. Вот я поел лично. Чего? Отскоки как Bloodborne или что? Ну да. Хоть где-то такие. Секиры тоже были. И чё это такое? Чё, кто паузу использует в софлайках? Ха-ха. Я тут быть не должен, но... Чё, кишин игру хочется, его ха-ха, или чё? Ну, Александр, вовремя очень! Спасибо! Бам-бам-бам-бам-бам-бабуй. Вот поэтому я эту игру потом сам куплю, чтобы не было такого. Не надо, блядь. В смысле, я мафию так и не допрошел по этой причине. Ну потому что ты время говно выбираешь, блядь, вечно. Ну. Тебе, блядь, мешает днем, когда Александр на работе, кстати, мешает. А и по выходным. Блять, господи, ты только что убираешь, что хуй пойми какое время. Ну, блин, я хочу хотя бы душ собрать себе. Не, ну блять, эта игра не то что плохая, ну честно говоря. Но я бы не стал ее покупать. Просто она реально, ну типа она очень проходная. Это я порвал с этой шляпы, она в касценах лицо закрывает. Ну да. Вот, в общем. Да. И то так, и то так.